По меньшей мере 30 мирных жителей погибли в четверг в Афганистане в результате авиаудара сил НАТО по 5 поселениям в провинции Кундуз на севере страны. Еще более 20 человек получили ранения. Большинство погибших – женщины и дети. Горю и возмущению людей нет предела. Самолеты начали бомбить 10 часов вечера. Это продолжалось до 6 утра. Вот посмотрите на этих четверых детей, их мать, отца и деда. Все они из одной семьи. Мы извлекли их тела из-под обломков, говорит родственник погибших. Местные власти сообщили, что афганская армия и международная коалиция проводили операцию против мятежников-талибов, которые ранее в боях под Кундузом убили 2 американских военнослужащих. Кундуз, центр провинции, важный стратегический пункт, был захвачен талибами в начале октября.